В селе Кудиново, что близ Боровска, родился 600 лет назад знаменитый русский святой, прославивший место рождения и жизни своим именем – преподобный Пафнутий Боровский. 20 лет от роду ушедший из родительского дома, принял он постриг в Высоком Покровском монастыре, да на многие годы подвязался в нем на иноческие подвиги. За высокие добродетели, рассудительность, прозорливость, да по всеобщей любви братьи избран был Пафнутий игуменом обители, а вместе с тем сделался и старцем-духовником. И все бы ничего, да захворал тяжко преподобный Пафнутий, и, оставив игуменство, принял великую схиму. Но молитвы Богу, обращенные к нему преданные братья из-за выздоровления любимого игумена, помогли преподобному Пафнутию побороть хворь. И удалился он вместе с иноком одним в безлюдное место на берегу реки Протвы. Но вскоре укромное место стало наполняться иноками, стремящимися жить и служить Господу под началом преподобного Пафнутия. И стала обитель разрастаться. А святой Пафнутий давал инокам своими подвигами и аскетизмом наглядный пример искреннего и настоящего служения Всевышнему Отцу нашему. И как любящий отец, он заботился о душах своих братьев, поучая, наставляя, утешая. Святой Пафнутий Боровский взрастил много учеников, кои, как и учитель, просияли в истории подвигами иноческими, а обитель, созданная преподобным, и после его кончины осталась одним из духовных центров русского монашества. Четырнадцатое мая. День памяти преподобного Пафнутия Боровского.